У многих есть такая проблема, как слабые руки. И сегодня я вам хочу показать комплекс, который можно выполнить на турниках со своим весом, который сделает ваши руки действительно сильными. И турники я выбрал не зря, потому что турники – это именно тот снаряд, где руки работают просто максимально. Мы с вами будем укреплять связки, бицепс, трицепс, предплечья. То есть здесь прям полный комплекс. В общем, как обычно, меньше слов, больше дела. Погнали! Итак, поехали. Начнем мы с вами с брусьев. Я расставил упражнения в порядке возрастания по сложности. То есть первое упражнение у нас самое легкое, затем идет посложнее, сложнее, сложнее и так далее. Затем после брусьев мы с вами перейдем на турник. Обязательно обращайте внимание на технику и скорость выполнения. Не нужно никуда спешить, не нужно пытаться сделать как-то не технично, но при этом сделать лучше. Выполните меньшее количество повторений, но при этом технично. Очень важно делать правильно. Если вам сложно выполнять некоторые упражнения, то остановитесь на том упражнении, на котором вы, точнее до которого вы смогли дойти. И старайтесь делать хотя бы пару раз в неделю эту тренировку. Затем, когда вы уже натренируете свои руки, вы сможете пойти дальше. Таким образом, вы постепенно переходите все дальше и дальше. Дальше и дальше, потому что некоторые упражнения действительно очень сложные и требуют подготовки. Также я хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал с тренировками, куда я скидываю тренировки для развития рук, ног, всего тела, тренировок в домашних условиях, тренировок на турниках и так далее. Там очень большая база тренировок, где вы можете взять для себя нужную информацию. Также там очень много лекций. В общем, ссылка на мой телеграм-канал будет в описании к этому ролику. Ну а если вам эта тренировка была полезна, то обязательно ставьте лайк, а также пишите в комментариях, на какую тему снять следующий ролик.